Здравствуйте, друзья. Меня по-прежнему зовут Александра Паснова. Я очень рада приветствовать вас на моем канале «Закоренелый цветочник». Сегодня будет ролик очередной про букет. Про букеты мы, к сожалению, снимаем не очень часто, но иногда бывают такие заказы, что невозможно удержаться и не подснять его для вас. Итак, этот ролик – это демонстрация того, когда доверие флористу есть от заказчика. Вот когда заказчик приходит к флористу или в магазин в определенный, знает, что ему не сделают плохо. И тогда он просто говорит: сделайте мне большой, нежный розовый букет. Бюджет вот такой. Все, больше никаких ограничений. И вот уже не первый раз об этом говорю, но именно в таких вводных данных рождаются действительно шедевры, потому что флорист чувствует это доверие и творит красоту. Так, и в этот раз к нам обратилась клиентка, сделала заказ через сайт. Обратите внимание, что только у нас на сайте есть возможность заказать букет на бюджет, букет по фотографии и букет по гороскопу. Букет по гороскопу для нас специально разрабатывал астролог, и это имеет под собой научное обоснование, почему именно такие букеты нравятся людям, рожденным в определенные дни. И вот она заказала нам букет на бюджет с пожеланием. Должен быть нежный-нежный, розовый желательно. Смотрите, Алена собирала, смотрите, что у нее получилось. Делитесь в комментариях. Я надеюсь, он вас впечатлил, потому что, когда мы увидели готовый результат, мы были под впечатлением абсолютно все. Приятного просмотра!